сил. Погода, видите, какая. Ну, нельзя останавливаться, надо вовремя сдать, согласно контракта. Садик бот сдам, мы в этом уверены, все будет очень хорошо. По объему выполненных работ мы идем в графике, идет внутренняя отделка. Сети практически все подведены к садику, все работает, отопление, вентиляция. Вот сейчас приступили к работам по благоустройству. Вот. Ну, сложностей никаких, все как обычно. Работа, все сделано вовремя. То есть внутри трудится порядка, наверное, 70 человек. Плюс сантехники, электрики, лифтового оборудования наши. Благоустройство. Сейчас остатки доделываем, теневые навесы. У нас 4 осталось теневых навесов. То есть, наверное, в праздники, после праздников мы закончим. И после майских, смотря как по погоде, уже начинаем благоустройство.